Здравствуйте. 12-летняя Самира Шихшабекова подписала контракт с женской юношеской командой Манчестер Сити, которая сейчас играет в юношеской английской премьер-лиге. Дагестанские футболистки пророчат успешную карьеру в английском футболе, и она уже лидер команды. Подробности в нашем сюжете. Футбол 12-летняя Самира пришла случайно. Дочь известного российского бойца смешанного стиля Магомеда Шихшабекова поначалу помогала отцу тренировать младшего брата Мурада, а потом и сама загорелась игрой миллионов. Отец отдал девочку в городскую футбольную команду, где ее игру заметили скауты Манчестер Сити. После этого юную дагестанку пригласили на двухнедельный просмотр в академию. Самира сразу прошла отбор. Из сильных ее сторон тренеры отмечают у нее удар с обеих ног, она очень хорошо бьет левой, но она правша, много голов забивает левой ногой, и изначально тренеры думали, что она левша. Это очень хороший навык для нападающего, бить с обеих ног. Как рассказывает Магомед Шихшабеков, в футбольной академии Манчестер Сити работают профессионалы. Здесь уделяют большое внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. А если такого внимания недостаточно, то предлагают родителям еще и дополнительно заниматься с частными наставниками. Я считаю, что тренировки в академии очень хорошие. Если нужно улучшить какие-то силовые качества, я это могу сделать сам. Вот. И я считаю, что тренера академии очень высоко квалифицированы, и они научат ее играть в футбол. После двух лет тренировок наставники футбольной академии Манчестер Сити прочат дагестанской девочке большое будущее, отмечают ее физические и технические данные, а также недетскую работоспособность. Сейчас Самира Шихшабекова один из ключевых игроков команды. На позиции нападающего уже дважды отличалась в игре против именитых соперниц в юношеской английской премьер-лиге. Моя мечта стать профессиональной футболисткой. Мы с папой тренируемся каждый день, чтобы достичь ее. Он говорит, чтобы добиться успеха в спорте, самое главное – это дисциплина и тренировки каждый день. Путь к успеху в футболе, считает отец Самиры, это индивидуальные тренинги в любую погоду и работа с мячом. Мы тренируемся каждый день. Мы тренируемся в снег, мы тренируемся в град, дождь. Мы тренируемся в дни рождения, дни свадьбы, каникулы. Мы тренируемся каждый день, и я верю, что если мы будем дисциплинированно держаться такого графика, таких тренировок, мы можем достичь очень высоких результатов, тех результатов, к которым мы стремимся. Дети Шихшабековых дополнительно занимаются по индивидуальной отцовской программе дома. 10-летняя сестра Самиры Динара старается не отставать от старшей сестры. А брат Мурат, который также тренируется в Академии горожан, владеет дриблингом и наиболее мощным ударом среди своих сверстников. Кто-то говорит, что это талант. Другие говорят, что это поддержка родителей, третьи говорят, что это гены. Но я как отец, я знаю, как мы достигли этого результата, и я согласен с этими мнениями. Вот. И как спортивный тренер я всегда говорил, что есть только один секрет достижения успеха – это тренировки. У 10-летней Динары Шихшабековой тоже есть определенные успехи. Она чемпионка по набиванию мяча с результатом 850 раз. Да и английские тренеры отмечают ее спортивные данные. Так что вполне возможно, что через несколько лет на поле стадиона Итихад в составе Ман-Сити сыграет кто-нибудь из этой дагестанской футбольной семьи. Гаджимурад Зиаудинов, Вадим Шамхалов и Юсуп Газиамаров. Время новостей.